24. Сейчас я тебе принесу твой блиц. А мне за всех оставшихся дают, что ли? Ну ладно, еще подеремся, что. Как я мог в него не попасть? Иди сюда, на. Чмо. А нет, все, он нас бегает. Нет? Нет. Четыре зелья, вот что я мог пропустить. Я так и не нашел, что ли, мне казалось. Окей. Ну что, они убежали или нет? Да, убежали. Скоты. Может, бегу здесь. О, лорхи. Окей. Я надеюсь, я всех завалил уголовных таких. Там вроде бы не было ни одного этого шамана. Шаманчика. Подожди, это значит мне так далеко с друидом идти. Удачи! Да нафиг мне твоя удача. Не сдавайся. Но зато ассасину хоть и легче, но мало денег получаешь. Тут прямо... Да, видите, у Варуса ХП восстанавливалось. То, что и перезагружалось. Да. Ах ты ж. Ну ладно.
Невозможно, невозможно. Ну ладно. Невозможно. Теперь здесь все наше. Но это все равно бред. Пришел такой, мне сказали, все в подозрительный муру. Не, а что если я не... Нормально. Что если бы я и правда хотел бы... Ну, вдруг я передумал. Все же бывает. Что за демон, я вообще не понял. Куда он вообще появился? Тук. То можно все пограбить.
А вылезть-то как? Нормально. Шлем и меч, вы чё? Точно шлем там был? Я вот просто не очень уверен. Паутерный. Все его щи... Шутишь, что ли? Где он? С ним делать? Сись, это не оружие. Что мне с ним делать? Отдать паладину, что ли? Это не оружие. Не. Так все-таки это шлем. Окей. Нет, там меч такой стоял, на него навожусь, и у меня свечу. Меч первого паладина. Окей. Я не нашел ни одного сраного кольца химика. Привет. Безбожный наемник. Безбожный наемник Иван мертв. Я нашел его на севере с жалкой кучкой бандитов. Я уже подумывал о том, чтобы вместе с ним поднять мятеж. Слава Инносу, что я отказался от этого. Этот прохиндей мог бы напасть на нас с тыла. Вот, возьми напитки. Я бы сейчас тоже мог пропустить глоточек от шока. Гельдорн освобожден. Хвала Инносу. Спасибо нашему великому освободителю. Пусть это пригодится тебе в твоей дороге. Прощай и никогда не сворачивай с пути истинного. Ладно. Сейчас я принесу ему блюдце. Сейчас я ему принесу это сраное блюдце. Нет, а как мне их по-честному достать? То есть, телегенез? Или что? Больше на цепи. Чё она дает?
Или оно ничего не дает? Нет, алхимия плюс 5. То есть. О, можно еще изготовление. Не, ну то есть по сути я могу выучить с этими кольцами. То есть, если я найду еще одну, то мне надо 10 очков все вложить будет в алхимии. Даже меньше. 9. Очень нужна пивная кружка. У меня уже всякого говна. А, 47 уже. Это хорошо. А здесь есть вообще сопротивление, нет? И оно сюда не зашло. Что-то об алхимии. О, еще лучше. Ну а чего он не присаживается-то?
Надо бы еще одну найти где-то. Интересно. Сломано. Сломано. Но некоторые кочевники не захотели служить Иносу. Так они разделились. Слуги Иноса построили великолепные храмы и заселили Варант. А скипетр стал их символом власти. Сломано. Ой. Ну блин, ну чё лучше моего-то ничего нет. Аналой. Тут что-то об алхимии. Ура! Чем меньше, тем лучше. А кто завалил его? Или он просто сам умер от того, что я убил его хозяина? Он тоже не сдох? И Инос заговорил со своими слугами. «Постройте мой храм», — повелел он, — «чтобы мог я царить над этим миром». Так они и поступили. А еще... Да. Вот это надо. Неинтересно. Сломано. Это все. Где еще одно кольцо? 7 колец, а я нашел только одно. Или оно... Или они разбросаны все. Вот только не говорите, что шаманы убежали. Которые были эти кольца. Ну, кстати. Гельдерн освобожден. Да, ну и что с того? Орки в других городах этого так не оставят. Пусть это будет моя забота. Ну да. Уж ты-то знаешь, что делаешь. Вот 6 золотых блюдец. Вот 6 золотых блюдец шаманов. Видишь, я же знал, что ты сумеешь как-нибудь к ним подобраться. Вот твоя доля. Что теперь, что теперь будешь делать? Когда управлюсь здесь со всеми делами, пойду в пустыню к ассасинам. Как только они услышат, что золотые блюдца исчезли, а я долго не даю о себе знать, у меня будут неприятности. Я думаю, ты больше не наделаешь здесь столько глупостей, друг мой. Я постараюсь. Я весь город вырезал, какие глупости. Может, ты отойдешь от него?
Но мне, по сути, двух колец должно хватить. А где я еще не был? Здесь был. Здесь вроде. Тоже был. Или нет? Или только наверху был? Угу. Сломано. Есть. Ну, скажем, интересно. Мне вот другой интерес. Эти. Ну. Спасибо. Шутишь, что ли? Всего три кольца нашел. А, не, все плюс 5. Фу. Я не знаю, может, я где-то пропустил кольцо. Где я еще могу кольцо просрать? Сколько у меня еще? Три кольца. Не знаю.
Где я пропустить буду? Еще три кольца. Не здесь. Может, кто-то не добежал. Ну, я бы пока... Это где? А, это здесь. Херни нужны. Кому-то нужен. Так, а где этот точильный камень? Ладно, я пока в Реддок. Блин, ну почему 60? Ты почему ничего не никак? Покажи. Покажи товар. Ладно, потом. Здесь, по сути, сколько мне надо затратить? 3 очка? 3. Как раз 8 вроде надо на изучение. Где этот Анатолий? Да. Нет. Хочу магические напитки. Наверное, это оно. 60. Мне нужно 3 плюс надеть 2 кольца. Я же могу надеть 2 кольца. Да, мне хватит. Расскажи мне что-нибудь об алхимии. Ты еще не готов к этому? Я подумаю. А нахера она не тогда нужна? Нахера нужны эти кольца тупора? О май гад. Тупизна. Тупизна.
Да-да-да, тут не знаю. Продолжай. Ладно. Плевать. Джаред, ты сдох. Почему у меня еще это задание? Я подумаю. Ты это серьезно? Нет, нет. Да нет, это не сработает. Нет, да нет же. Нет. Да нет же. Нет, это не сработает. Это не влияет на цену? Да нет же. Да нет же. Нет. Нет, да нет же. Нет. Ничего не прибавляет, окей. Почему меч паладина дамажит больше, но в то же время? Не понял. Мы сможем поговорить попозже. Если он будет продолжать... Береги себя! А где тот? Поговорим попозже. Где еще один продавец? Алло? Не понял. Ну ладно, что мне еще? Раз... Дерьмо не работает, да? Что я вообще... на жизнь. Вот это. Это опять лишь неприятности. Конечно, да. Пока нет. Сперва докажи, что ты этого стоишь. Можно подумать, у меня без этого проблем мало. Ты серьезно? Некоторые проблемы решаются сами собой.
послушал бы моего совета. Ему это лучше знать. Лучше бы ты не встревал. Хуже уже не будет. Я над этим подумаю. Ну, а то есть я еще не могу алхимию продать. Ему это лучше знать. Конечно, почему нет? Это опять лишь неприятность. Только заканчивай с этим. Я мог бы сказать тебе об этом заранее. Лучше бы ты не встревал. Хуже уже не будет. А где вино? Лучше разберись с этим сам. Ты действительно думаешь? Я над этим подумаю. Будь осторожней с тем, что говоришь. Ты серьезно? Возможно, все. Разберись с этим сам. Пока нет. Сперва докажи, что ты этого стоишь. Может, тебе и все равно. Я мог бы сказать тебе об этом заранее. Только заканчивай с этим. Ему это лучше знать. Где ваш лагерь? Алло. Береги себя. Мы тут присматриваем. Да вообще непонятно, где они. Может, Сильден это и есть? Нет? Что такое Сильден? Потому что Кара это... Понятно, что... Немора тоже... То есть три лагеря есть, всё. Окей. Да, я узнал, что кольца все здесь. Так что надо искать. Если он будет так продолжать, никогда из этого ничего не выйдет. Потом поговорим. Да и плюс я квест не смогу все равно сдать. Береги себя.
За освобождение города все плюс 5. Неинтересно. Исчезни, грязный вор! Что? Что? Нет, я не хотел. Они успокоились. Я ж не знал, я у всех беру, а вот у него нельзя. Я тебя достану. Успокойся, ты боже мой. Люди, здесь драка. В цель. Все, сбегусь. Виноват я. Боже, Анатолий. Как они признают? Анатолий. Аналай. Сколько у меня? Все? Лучше разберись с этим сам. Мы еще встретимся. Щит, мне так далеко надо пилить. Я даже не знаю, куда мне пилить, вот в чем проблема. Просто шел, нашел.
Сейчас я хотел кое-что посмотреть. Фаринг. Фаринг это вроде бы еще Монтера. Я надеюсь, Сильды не можно получить сразу там 13 очков. Мне нужна эта сраная броня. Как-то глупо смотрится от первого лица. Нет. Боже. Куда мне идти? Куда-то туда. Мне еще к тому сходить. Вау, как музыка-то появилась. А хз, они где-то здесь должны быть. Туда куда-то еще может пойти. Уже. Еще и очень святой, я бы сказал. Это красиво. Когда я сдам красоту? Нет, нет, кажется, нет. Ничего не кучу. Ну, блин, мне еще надо 8 очков на то, чтобы прокачать навык. То есть мне надо 2 уровня хотя бы вкачать. Говно. Я мог бы сказать тебе об этом заранее. Зачем ты меня будешь? Командир. Командир отряда по поиску друидов гунок мертв. Отличные новости. Аданос с тобой. Возьми мой камень друида. Он укажет тебе путь к Аданосу, вершитель. Покажи товар. Я знаю, я знаю. Не знаю, не хочу продавать. Послушал бы моего совета. А Трелис вроде бы там. Путь еще. Угу. Мне бы поспать. Зато и боевая музыка прошла. Нет. Не прошла. Ну что, у меня есть деньги на броню, но нет самого авторитета. Я вам туда. Уже как далеко. Нельзя где-нибудь поближе было поставить свой сраный лагерь.
может год Готю пойти уже. Я уже мобилизовал. Чё? Это мобилизируй кого? Я выполнил квест, я освободил Готу. Ой, Гильдан. Гильдан. Я освободил Гильдан. Я освободил Гильдан. Этого довода для меня достаточно, чтобы доверять тебе. Вот, возьми камень Глорха. Пусть он сослужит тебе хорошую службу, вершитель. Научишь меня драться? О, неутомимый бегун. Блин, только что сейчас подумал, что я убил многих людей, которые могли бы меня там сопротивлению к яду обучить или еще какому-нибудь говно. Потрясающе. Ну немножко же. Какой трейлер, ой, какой трейлер. Здрасте. Сколько у нас носит, кстати, 110? Но... Не понял. 65. Надо бы... Это 130. Здесь 110. Окей. Там же урон 65 был ровно, когда я заточил клинок. Он был на 50 изношен, то есть урон в два раза меньше. What the fuck? Не, конечно, он все равно хорош, но... Ты труп! Ты чё? Пока. Еще пройтись по рудникам все. Ну нафиг. Даже к оркам 12 уже теперь откуда-то. Хотя ничего для них не сделал сильно.
Все равно шерсть внизу ударов убиваю. Что за бред?